Неадекватный водитель на угнанном автомобиле протаранил полдюжины машины и троллейбус. Крупное ДТП произошло во вторник утром на перекрестке Большой Октябрьской и проспекта Толбухина. Как полагают полицейские, мужчина сел за руль, приняв наркотики. Эльдар Медиахметов знает подробности уличной гонки. Или вообще тысячу лет не видели? Напишите нам об этом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он еще отдалил. Господи помилуй, только не нас, только не нас. Ремонт разбитых автомобилей обойдется хозяевам сотни тысяч рублей. Трудно поверить, но все это дело рук одного человека. По словам очевидцев, водитель баргузина вел себя неадекватно и крушил все, что попадалось на его пути. Двигалась по проспекту Толбухина. Водитель баргузин меня догнал и ударил в зад. Потом проехал до перекрестка. Там, видимо, ему было не проехать. Он пытался покинуть перекресток. Он дал задний ход. Ударил мне, значит, в лицевую часть автомобиля, задел вот этот автомобиль, вот. Потом снова выехал на перекресток, задел автомобиль Suzuki, BMW и столкнулся с троллейбусом, и от удара с троллейбусом перевернулся. Я была в шоке просто от такого поведения на дороге. Причина неадекватного поведения выяснилась, когда лихача настиг экипаж полиции. Житель Ярославля 1985 года рождения по внешним признакам находился в состоянии опьянения. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Более того, автомобилем мужчина завладел незаконно, угнав его с прежнего места работы. Свою поездку неадекватный водитель начал именно отсюда, из ворот гостиницы «Юбилейная», а потом проследовал по набережной к отрасли и выехал на злополучный перекресток. К счастью, жертв удалось избежать. Медицинская помощь в виде перевязки потребовалась лишь водителю BMW. Эльдар Миндиахметов, Михаил Орлов.